короче, после поюза уже понеслась душа в рай. Ну, это по ощущениям, как просто обычный капрон накладки. Это не G10, к сожалению. Вот эта штука тоже сотрется полностью. И будет он в убитом состоянии. Но, тем не менее, пользоваться им нормально так. Небольшая царапина. И еще одна. Где-то здесь была. Вот она. Если будет ее заметно. Тем не менее, уже на болтах краска слазит. В первый день еще начала. Раскрутить их, конечно, вообще нереально. Нужно нечеловеческие усилия принимать для того, чтобы раскрутить вот эти вот штуки. Я пытался, но у меня так и не вышло это дело сделать. Для того, чтобы поправить лайнер на ноже. Мусором забиваются в кармане, конечно, капитально. Но, тем не менее, особых люфтов нет. Здесь небольшой люфтик есть. Но его можно подтянуть при помощи звездочки. В общем, разобрал я эту штуку, и теперь у меня совершенно нормально все работает. Что бы я вам хотел сказать? Вот, это какой-то алюминий, либо сплав в накладках сверху, таким капроном сделанный. Раскрутить это, конечно, проблема, потому что, ну, Китай, и здесь по осям не совпадает, поэтому когда начинаешь прикладывать усилия, его просто выворачивает. Пришлось зажать пассатижами с одной стороны, а с другой стороны откручивать. На каждом элементе есть прокладки, обычные шайбы, даже не латунные, вот, стального цвета. Теперь уже нож не выпадает абсолютно, потому что здесь я подогнул. Но для того, чтобы добраться и нормально потом все собрать, с этой стороны раскрутить было недостаточно. Пришлось раскручивать с двух сторон. Посередине есть тоже шпонка под торкс, которая держит направляющие, ну, пружины для открывающегося механизма ножниц. Вот эти вот. Поэтому пришлось разбирать две стороны и уже потом собирать по новой. В общем, как-то так. Если кому интересно, для поюза, я думаю, можно взять вещь намного получше, чем предыдущее их изобретение. Непосредственно вот этот вот чудо-агрегат, которым пользоваться сплошное мучение. А там-то, кстати, намного лучше. По ощущениям, хоть она и короткая, этого ножа, который абсолютно бесполезен на кухне. А там-то делает свое дело на ура. Как-то я не думал, что это возможно. Но, тем не менее, вот размеры. Смотрите, пробуйте. Очень много они залили сюда фиксатора для резьбы. В одну и в другую сторону. Я только одну планку разбирал. Полностью перебирал ее. Все шайбы стоят. Все нормально. Отогнул немножечко лайнер. И нож теперь не выпадает в кармане. И порезаться им нельзя будет. Вот. В общем, как-то так.